Когда восьмая школа обратилась ко мне с просьбой о создании на своей территории кубанского уголка, я с радостью откликнулся на эту просьбу, потому что понимаю важность воспитания детей в сфере патриотизма. Я родился в городе Лабинске на Кубани, вот, в краю казачества. Мой дед был потомственным казаком. Вот. И поэтому создание такого уголка, такого образца кубанской культуры считаю важным моментом в части воспитания детей к любви своей родине, воспитания патриотизма. И считаю, что если бы такой уголок появился в каждом детском саду и в каждой школе, вот, это бы способствовало патриотическим настроениям, воспитанием наших детей как настоящих граждан нашей родины, нашей России. Благодаря работе попечительского совета улучшается качество образовательного учреждения и жизни воспитанников в нем. Восьмая школа с каждым днем преображается. Педагоги рады, что есть еще не безразличные люди, которые бескорыстно помогают развиваться в школе. Член попечительского совета Алексей Долгов всегда откликается на просьбы учителей. Однократно, как ни обращаясь к нему, он постоянно оказывает нам материальную помощь. Живет активно нашими проблемами, нашими трудностями и радостями. Вот, например, вот этот вот уголок, который вот кубанский, полностью помог нам Алексей Викторович. Это такой человек, что придя к нему, только вот сказав, вот, Алексей Викторович, нам нужно вот это сделать, моментально. Он полностью оказывает нам и материально, и духовно, и идеями своими подсказывает. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Алабам».